Здравствуйте, компания Сартек Херсон. Хотим вам представить мышку Т2, вы уже ее знаете, она у нас выложена, но мы столкнулись с некоторыми вопросами, которые задают нам клиенты, и чтобы не было в будущем эксцессов, хотим показать вам, что изменилось. Раньше данная мышка шла в коробке, сейчас она идет без коробки, пытаемся экономить, поэтому компания Сартек, производя эту мышку, перестала поставлять коробки, а только идет вот так в полиэтиленчике и все. Это уже экономит как минимум 50 центов. Что еще? Про саму мышку вы знаете, она очень удобная и популярная, очень простая, никаких там супер наворотов в ней нету. Но самое главное, что в ней есть, это передатчик. Когда клиент получает данную мышку, он звонит нам и говорит: вы мне прислали мышку, но забыли положить передатчик. К сожалению, не все знают, что передатчик лежит вот здесь. Вот передатчик под крышкой. Передатчик всегда лежит в этих мышках и в любых других под крышкой. Поэтому он всегда лежит здесь. И не нужно пугаться, а сразу посмотреть и открыть крышечку. Больше никаких нюансов нет. Все остальное вы можете посмотреть в предыдущих видео для данной мышки.